Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, подписчики каналов Experience Game, Wolverine Game и Жека Дрожа, просто канал Жека Дрожа. С вами мы, и мы продолжаем играть Together. Да. Привет всем. Всем здорово, Виталий, отдай мою почву. А я мод поставил на эмоции. Я могу теперь показывать Вульферину. Вот тебя за... Нет, я не то хотел показать, я жди. Нет, за птенца где? Где эта эмоция? Кулак, кулак, где, я хоть... Где птенец? А он где-то там, во тьме. Черт. А он орать начал, вы слышали? Да, да, он да. Такой, о, я во тьме. Во-во-во-во, кулак сейчас, сейчас, крупным планом. Так, у нас... Блин. Почему на одну клавишу две эмоции? Помахать рукой и кулак, он причем по выбору показывает. Да, да, рандомно, да. Ну, только что бы мне показать? Ой, фак. Фак, жаль нет фака. Ну, шапка? Ладно. Какая шапка? Эй, шапка сняла. Виталия шапку потерял. И, блин, о боже, у нас пингвинина. Долго бегать вообще, просто. Не выносимо. Мясо, 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 сушить мясо. Так, у нас куча яиц. Мясо сушить. А что у нас чайка вообще, пинчайка вообще спит возле костра? Она охренела, просто... что ли? Че они? Спит. Тебе чужого, вы, что пришли на огонек. А где тебе птенец? Он умер? Да он вон он, вон он, вон он, вон он, Скиф, вот он, иди сюда. Где вот он? Yeah. А чем мы, товарищи наши, займемся в этой серии? А давайте, не знаю. Вот он. Давайте тоже не знаем. А он у нас тут умрет. Давайте исследовать, не? Все равно у нас есть. Ну надо же еды, не? Кстати, надо это... Нет. Так приготов. А вот нет. Там яйца и мед. Яйца с медом. Кстати, вот с птенцом баг, знаете какой? У них раньше был баг, когда Честера берешь, допустим, в подземелье, из него все шмотки выпадали, то есть он там в подземелье без шмоток был. Да, а сейчас уже со шмотками. Ну это да, но это давным-давно, правда, было. А теперь вот птенец, выходишь из игры по сети, и птенец забывает, к кому он вообще привязан. Ну такой, в офиге, чё? Чё происходит? То есть смысла от него вообще немного, он там сбичуется сейчас. Ну да. Пойдет по наклонной. Один играешь, по Together это не поправили. Один играешь, тогда работает, а так нет. Ладно, идем, ребят, куда? Да подожди ты. Идем, вот знаете куда? Вот, а мы еще много где не были на самом вот деле. Где вы пчел собирали? Я там. Да, не был. Туда дальше можно еще вниз и уйти. Я там не был. Кстати, или вверх, у кого куда? Виталий умер, рюкзак там и валяется. Да это бред, я говорю, это глюки, ребят, это все. Да, бета, это ну. Глюки. Бета, помним. Ну что? Скорбим. Подожди. Я пошел. Я тоже. Эй. Догоняй! Эй, ты меня, кстати, меня быстро кинули. Догонишь. У меня рюкзак, он медленный, пипец. Меня кинули. Яйца! Яйца, не успел. Так, это кому кролик нужен, нет? Не, мочи. Так ты зачем ты? Скиф. Чё ты его подобрал? Отдал в хорошие руки, да? Домашний кролик будет. Черт, я пытался одного завести, он ушел. Так, Вульфрин, ты идешь, нет? Еще раз птенца покормлю. Я его так глажу, он так. А я сейчас себе тоже возьму. Домашний кролик. У меня тоже есть домашний кролик. Мы теперь гламурные. Жалко, нельзя так два кролика положить в инвентарь. Хлоп, слышишь, их три. Вы меня, подождите. Четыре. Ждем. У нас теперь какой... Нет. Вы где, ребят? А мы огламурились. У многих ходят с собачками под мышкой, а мы с кроликами такие. Оп, мы пошли, оп, там, мы пошли. Вон, ты бежишь к нам. О, кстати, видно на карте. Скиф. Так, жди, у меня тоже мод стоит. О, аллилуйя, у меня тоже видно. Видно на карте, слава яйцам, ребят. Это все заработало. Кстати, спасибо, к сожалению, не запомнил ник того, кто мне написал. Проблема исправилась. А слушай, а почему у меня исправилась тоже тогда? А потому что он этот, хост. Может быть, из-за этого. Я все моды поставил, кстати. Как поблагодарить? Ура! Вот так вот. Все. Пошли, ура, колка. И кулак показал такой. Кулак разработчикам. Разработчикам кулак, чтобы поправили с птенцом все. Да, это надо. Надеюсь, они посмотрят это видео. Я надеюсь очень. Пожалуйста, ну посмотрите, да. Надо делать, да, ребят. Единственное, что они вряд ли по-русски понимают. Ну, кулак они поймут. Жестами, по-моему, понимают, да. Да, я надеюсь, кулак. Так, Вульферин, на еды. Ты зачем пнул моего кролика? Я заберу его. Ты мне удал. Вот я дальше не был. Дальше червоточина. Вы, кстати, заметили, какие кролики ленивые? Его пнули, он ноль эмоций, спит и все. Он не спал вообще. А что он делал? Куда мы идем? Я не знаю, шишку собрал. Мы идем дальше вниз, там какие-то леса, поля. Шишка собирать. Так, давайте траву немного собираем, на хотя бы на эти, на костры-то. А у меня травки есть, не сколько-то. Ой. По каждому по травке.
скажем, по травке. Можешь у гриб собрать, если хочешь. Куда? Мы вверх? Что есть? Вверх, так, не, вот в эту сторону, которая, наверное, у тебя низ. Вот. У меня это вверх. Проход. Ну тогда... И, да, шикарный проход. Нет, а вот, нет. Вот есть проход. Нет, там дальше есть. Да, но только тут дядя-охранник сидит. О, господи. Обходим. Да-да, за ними беги. Беги-беги. Рассказать тебе сказочку про носорога, который смог? Не смог он, скорее. Кстати, ты мне на ютубе это... Я это... Ой, на ютубе, господи, что я говорю? На стриме-то про это, про платье-то спрашивал, я вообще не понял, про чё прикол вообще. Потом только выяснил уже гораздо позже, когда у меня спросили, чё же за цвет, и показали на телефоне. Про чё это было вообще? Ой, господи. И писька за вами. А это, оказывается, весь интернет с ума сходит и спорит, что да там. Да вообще, тем более, я помню, кажется, я не знаю, год назад, что ли, была такая же тема, только с каким-то, я не помню, с чем-то другим, не с платьем. Сейчас с котом началось, с белым. Вообще, вот, кстати, удобная тема, я теперь вижу всех, ух ты ж, это круто. Это, да, кстати, на стриме пригодится абсолютно. Ребят, это сейчас с котом такая тема, типа. Это жестко, это можно сразу видеть и банить прям. Нет, ну тех, допустим, кто не дошел куда надо, когда надо. А то есть любимцы. Вы уверены, что мы хотим тут ночевать, в темноте? У меня будет есть каска, нет? А, господи. У меня есть этот, костер. Давайте костер разведем. У меня он есть уже сделанный. Разводить? Что, уже ночь, что ли? Ну, разводи, да. А, мы тупик. Мы за тобой выехали. А, не дошли. О, а тут свин. Надо его домик изломать весь. Надо. Надо нам дома поставить свиней. Так. Смотри, блин, а у меня нет молота. У кого есть молот? Молота нет. Могу вроде... А, нет, у меня чего-то не хватает. А я его не делал. Я тоже не делал. Я его не делал. Нет у нас молотков. У меня камень грелочка уже того. Не все тебе тырить. За яйцо, да. Так как бросить. Я обиделся. Ну и нахрена ты его подобрал, он теперь. А, нет, он нет, краска. В смысле, думаешь? Эбигейл теперь моя. Смотри, какой красный камень. Реально красный. Я тоже хочу красный камень. Читеры! Баньте их! Хочу читера, я давно положил. Читер! Я на самом деле не понимаю логики в Don't Starve, что ложить возле костра на пол лучше, чем когда он у тебя лежит в инвентаре. То есть он на полу лежит на холодной земле, на снегу. What the fuck? Давайте кролика погреем. Кролика погреем. Так, стопы. Костер! Гори, животное! Ой, это я горю. Так, яйца читал. Ой, фу, блин, паучины эти как. О, кролик в костре, смотрите. Кролик на костре, пукан свой греет. Он спит в огне. Попка. Это дьявольский крол. Тихо в лесу. Кролик дрыхнет. Ой, бегелка. Ну да. Так, нет, не гивиал. Чё за... Чё не перевели? Что не перевели? Дать не все. Еще. Ты кролика не подпали. Да, он бронявый. Это он родился в огне. Так я еще один. Драконорожденный кролик? Да. Огнерожденный. Ты его подбери. Огнерожденный. А зачем? Как зачем? Уже почти утречко. Кстати, надо похавать. Я его возле костра, я его рощу. Это же висесуалий. Да. Нет, висесуалий одноглазый. Это сосувасий. Чё? Блин, что-то не очень, да? Прозвучало. Скиф? Ау. Я попытался в ассесуале наоборот сказать, да. Гуд. Скиф, ай-яй-яй. А, кстати, знаешь, что, почему надо класть камень-грелку? Надо вообще ложить, таких слов-то нет, как класть. Почему? Пофиг. Пуфик. А потому что, когда он у тебя в инвентаре, он тратится, а когда лежит на полу, нет. А, он отдает свое тепло, он получает меньше, чем отдает. Забирайте кролик. Ты сейчас убежит. Да ну, пускай. Вон, все. Тарым-тарым-тарым-тарым. Такие шапки. Это бесполезный биом. Да почему? А что-то да, вон могилка. Можно спалить. Интересно, к нам придет босс? Я хочу босса ушатать. Дайте одну веточку. Не забирай! А-а-а! Вон еще ветка вверху, две. Или рядом. Я лопату сделаю, выкопаем. Эбигель. Ну, Виталий, ты молодец. Веточку дай. Нет.
И тут еще вон одна. Нет, кидает, телепортирует. О, ага, а червоточина, кто помнит, куда? Я не прыгал. А, господи. Че говорить? Когда можно просто прыгать? Прыгай! Воу, я без шапки пошел, шикарно. О, круто, кстати. Тут что неисследованный там? Биом. А, нет, исследованный, отчасти. Обломался такой. Обида. Но тут... Ну, тут есть где побегать. Могил больше... А, вот... А, вон там еще могилка. Да, ё-моё. Грёбаный этап. Капслок, точнее. Чё тогда, может, в порталы сюда? Сейчас, скиф, 3 секунды. Ну-ка, я вас вижу. Аллилуйя, я вас вижу. А где могилка тут была? Вот нам. Не, вот это крутой мод, на самом деле, очень. То, что видно на карте. Да нафиг они все нужны? Виталя, беги просто. А мы короля свинов находили? Оп. Я не помню. Я не помню. В том мире, подожди, в том мире помню, в этом... да? А, находили, вот он находили, есть на карте. Да, он там чуть повыше. О, тут два злых дерева. Король свинов. Свинячий король. Так. Свинский. Я бы даже так выразился, да. Идет себя как свинья. Ах ты гадский. Блин. Робот. Нет, он реально тебе, гадский. Тебе ты не угодил. О, тут тропинка. А, так я здесь был, подожди, на этом биоме. Так, мне тут исследовано. Все исследовано? Ну, у меня... Подожди, так это... А, так я здесь был... Мне пиво пил, и сам текло в рот не попало. Это вообще очень странная поговорка. А, да. Это как так пить надо? Это что ж за усы и борода такая, из-за которой рта не достать? Виталий, что ты вообще делаешь? А, беги, чпокает, не видишь? Чпок. Массовик-затейник. Хоп, хей, на-на-ней. Снова вместе, снова, да. Хоп, хей, на-на. Поможем. Ну ладно, давайте не поможем. Зря. Так, да ничего не зря. Все, все, все по технике. Да. Она танк, а мы это. Смотри, вот что со мной? Вот. Ты видел, что со мной было? Гам. Я не знаю, что это. Я вообще думаю, себе интеллект снизить жестко и побить этих. Да. Но только если я начну делать, то надо будет всем делать. Ну, помогать тебе. Угу. Ты так буду долбить его этим топором. Может, давайте заморочимся? Нам особых дел-то нету сейчас. Вроде все хорошо. Ну, ты знаешь, зимой понижать рассудок — это так чревато. Чем? Цветов, понты. А подожди, у тебя рассудок... Я не буду... Мне достаточно мне одному понизить, чтобы на меня кидались. Нет, я за шестеренки поднимусь. Да-да-да, я же я отъемся, вам-то не придется. Да-да-да, тогда без проблем. Тогда можно и домой. И вон шестеренки. Ой, блин, господи, шестеренки это. Червоточина рядом, я просто червоточину туда-сюда попрыгаю. То есть и мы все. Здесь прям? А че бы нет? Ну давай, давай, прыгай. Рискуй. А я возле червоточины поставлю костер. Прыгай. Да, и костер, и все дела. А я как бы затанчу там без проблем. Нет, 400 знаешь, здоровья. У меня бедель. Так, сейчас только придется пару раз туда-сюда скататься, потому что у меня рассудка 300. Это не очень быстро ушатать. Рис там. Так. Одна шляпа выпрыгает. Да, мне надо будет много раз туда-сюда прыгнуть. Давай. Такой. Кто здесь? Вот как эти. Помнишь, игра такая, этих хомяков, кротов бить молотком. Да-да-да-да-да. И снова прыгивает. Блин, у меня кувалды нет, я бы двинул. Ну а что, можем же машину, нет? Нельзя научную. А, у меня золота, блин, нет. Капец! Нету. Угадайте, сколько у меня рассудка. Сколько? 200. Вульфилин, ты умеешь играть в игры. Угадайте, сколько мне... Сколько? 300? Нет, уже 193, а было 300. Только что, вот как это у тебя так? Ну так, у меня по 20-шке, по 22 понижается. Ну, 178. А, я думал, еще у тебя повышается тут же быстро, я думал. Нет, он что-то очень медленно понижается. Что, пофиксили, что ли, или что? Что оно так? Или у меня просто сильно много рассудка? Ну у тебя реально сильно много рассудка. 300 рассудка, давай. Ой-ой-ой, насиловать хотят меня, не надо. Виталя, вернись, я все нет. Прощу. О, боже. Виталя, вернись. Я ищу золото. Какое? Золото знаешь, где есть, Виталь? Назад вернись. Назад вернись ко мне. Ты не мог сказать? У меня нету. Я тебе скажу, где, я знаю где просто. Где каменный биом выше. Вот по этой тропинке дальше иди. Ты выйдешь, левее будет каменный биом. О, забегали. Просто о, можно будет наделать мечей темных, к примеру. Броня-то не особо нужна, а вот мечи тащат. Чтоб, допустим, кого-то там карать активно. Ну,
Да, короче. А, тем более с моих, моих 300 рассудка это вообще будет макс профит. Жека, там, твою там мать, много я... могилок. Ладно. Так, все, рассудок, по-моему, там могилки. Рассудок достаточно низок. А, 27, блин, недостаточно. У меня низок, невысок. Вообще никто не слышит. Ну, могилки, хорошо, но у меня печально с рассудком, Виталь. И сейчас пойду полезут эти. Ну, хорошо, хорошо. Извращенцы. Ты да. бы возвращался потихонечку, Виталь? Я за золотом иду. И ночь наступила. Да. У меня хорошо. У тебя есть каска или что? Или факел? Факел сделай, скиф. Зачем? Скиф. Ну, и прыгай дальше. Да, все уже, все. Господи, я обидели напугался, она такая сзади. Тут меня. Руки. Руки, ноги. В смысле, я же сделал... Ой, Херобрайна. О, меня уже атакуют, отлично. Тебе помочь? А пока нет необходимости, он один. Он один. Что? Вот уже их два. Ребят, я чуть нашел. Смотри, булыжник. Да, он не вечен, что это за булыжник? Так, он на тебе, да, сейчас? Да-да-да. Так. О, круто. Вообще. А он на том же месте резнулся. И... Но и выхватил двух плюх. Так, и у тебя, получается, поднялся, да, Расул? Ноль. А, я, наверное, добил, и у меня поднимается. Ну, рассудок. Ну, прикольно. Я, походу, нечаянно разбил лунный камень, окей. А, он нафиг не нужен. Воу-воу-воу. О, ты ж. А чё он около тебя? Ауч. Подожди. Да ты не танкуй-то. А, да у меня полное хп. 33 рассудка, печаль. У меня, он мне 5 хп только дай мне сил. А, у меня ж бронька, я одел броньку, потому... Нахер его взял этот... Где эта рука? Ой, тут конь, господи. Не в яблоко. Это конь пускал руку, я вычислил эту игру. Только мы с конем по полю идем. А этот конь, я что-то думал, крюкнос этот, который. Тень. Крюкнос? Но он ну, на коня как он? Как-то он на коня не смахивает. Не, ну он какой-то такой, что-то... Ну, блин, а вот это на коня с лицом коня и двумя ногами на коня смахивает, это как этот, как Минотавр, только наоборот. Тавоминор? Тавоминор. Ну, Минотавр наоборот. Гуд, просто шикарно. Шикарно. Ой, оборотень! А, ну да, полнолуние. Свин, беги от него. Так, а что у нас полнолуние и темно? Нихера себе, Виталий, фига. Почему в полнолуние не светло? Это в дополнение изменили? Это только в дополнение было. Я так давно... Ой, умираю. Ой, замерз. Так, что, все? Они же не придут сейчас, да? У тебя как с рассудком? Ноль. Ну еще попрыгай. У тебя сейчас красное вот это все, да? Да, да. Да what the fuck, где они все? Они боятся. Так, ой, вот, появится? Есть контакт. Он убегает от меня, появился и убегает. Виталий, нормально. Я тебе говорил. Ой. Я уже съел одну, я не знаю, почему мне так быстро тратится. Ой, это печально, на самом деле. Шикарно, я себе восстанавливаю рассудок. 33 рассудка, надо еще прыгнуть. Прыгайте. Шикарно. Так, у меня уже 7 топлива ужаса. Сколько бы надо их? 33 буренки и 30. Честно говоря, не помню. 30... Я могу тут табличку поставить, потому что я ее изучил нахрена-то. Табличка? Есть камень? Какой тебе? Рок или... Обычный. Вот этот? Да, рок. Ну, то есть, тут у меня русификатор стоит, рок. Не, я тебе еды точно не дам, Виталий, у меня печаль. Сейчас буквально еще штук 10 хотя бы сделать. Я думаю, там их то ли 5, то ли 6 на один меч надо, чтобы хотя бы меча 2 было. Ну как да, бы. Мне вот и мне, да? Угу. Ну, Табу, да. А себе вы мечей не будете делать, да? Чем? Я боюсь Вульферину меч давать. Либо порежется, либо съест. Ой. Шикарно, зато я на них хорошо этот рассудок поднял. Еды с собой нету, да? Ну как ты... Монстр, Виталь. Шестеренки буш? Нет, спасибо. Шестеренки надо? Виталий, положь тропку. Так, а где эти? Есть. Вот где они, когда их не ждешь, нереально, чтобы по 5 аж кидаются, вот когда надо, нету. И они хорошо в подземельях. Да, вот, подземелья. Но тут их нету. Ну, тут это их нет. Это в дополнение, скорее всего, появится. Когда оно уже, кстати, зальется? Ну, неделя, две, сказали. Ну, как обычно, месяц-два, да. 3-4. Так, ну 10, ладно, наверное, 10 хватит, или еще давайте. Или давайте пока светит. Не на тебя, а кричит так прям. Я про птиц. Ну что, можно вечера тогда? Ну, то есть, побьем. Ну да, у раз пока день, чего бы нет. Так, вы ладно. По о, господи, 95 рассудка. Не очкуй ты, не отъелся. Ив, куда полез? Где? Да там нету, у меня 95 рассудка. Это твой, может быть, точнее. Не Виталин, не Скива, это твой, скорее всего. Да? У тебя сколько рассудка? 135.
Капец. Я шестеренку снял, съел, чтобы подхилиться. Два, Джек умножить, и все. Что, из два? И можно к тротаристу. А, ну, походу, у тебя там билет, да? К нему. У тебя там... Нет, я тебе дисконтная карта. Я к тракторист Enterprises такой, да? Я тебе тракторист. Его отдам, да. Вип-клиент. О, мамонт Жень. Мамонт? Нет, Женя человек. Мамонт Женя, да. Мамонт по имени Женя. Так, все окей. Еще немножечко по... У меня бумеранга. Бумеранг... У меня есть бумеранг, но будут мешать нам всякие эти... Еда. Еда. Там яйца дома есть. Так, ладно, сейчас ты сторожи мамонта, сейчас мы последнюю пачку забьем. Сторожи мамонта, не буду. Строй вокруг него стену. За конем пошла дубасит твоя Эбигель. Шикарно. Где эти долбаные? Этот след не ведет никуда. Где они? Он пропал. Эбигель, тебе заняться нечем. Господи, вот когда надо, вот где они? Ребят, помогите, да. Епископы. И писька подам. А и по мне, вот. Ты же танк. Это закон подлости просто, вот серьезно. О, нашел. Иди сюда. Да подохни ты, ну. Ах, ты же гаврик. Да чтоб тебе. Что ты кусаешься? Скиф, сверху шестеренки две. А, меня сперли из-под носа. Так, ну ладно. Обидель такая, блин. Сколько у тебя их уже? Что на печа? О! Так, иди сюда. Какая страшная штука. А, я тупо затанчу, где он. Все, что ли? Там, где-то вот тут я слышал, не? Слышал? Мы же его не убили. Ну да, что-то он сыканул просто, говорит. О, твоя Обидель, смотри, печаль по ХП. Да я знаю, вот она, надо ей ждать, хилиться ей. О, у меня кролик есть. Ладно, я, короче, отъедаюсь. И вот он молчал. На, Виталь. Все, я рассудок восстановил, отъелся. Рюкзак. Отдуй. Все, ок, пошли на базу. Рюкзак отдай. Да дам. Давай. Подожди, дай мне беги, похили. Дай рюкзак. Дай рюкзак. Стой, дур. Дай рюкзак. На базу го? На свой рюкзак. Стой, дай я ее попробую похилить. А где база вообще? Она вниз по дороге. В аккуратно ну, да. Там не были. Ну, я не был. Еще бы вот эту, кстати, мод какой-нибудь, чтоб карту открывал у всех. Похилил ее, нет? Да. Ски, возьми вот эту вот штуку. Для... Кого? Чё-то... Кого? Я уже взял. Ну, вот. Не, вот. Скиф, переверни карту. Точнее, камеру. Я уже. И чё? И чё? Ничего, пошли уже, все. Так ему отдай, так, нажми на него, да отдай. Что за фигня? А, еще одна. Так, камень я взял. Ну что, домой? Виталий, доставай свою касочку. Правда, ты сейчас замерзать начнешь? Нет. А что, маму-то передумали валить? Он ушел? Да, он уже исчез. Конечно, исчез. Я вот сейчас съели кони. Касочка-то касочка, это, конечно, хорошо, но... Да. Но мне нужно, так сказать, это, парочку штучек поймать кое-каких. Для того, чтобы эта касочка подольше прожила. А то сейчас будет печаль. Ребят. О, блин. Ночь. Есть светлячки у кого? И тут внезапно ночь. Откуда у бомжа печенье? Печально. Значит, сейчас все дружно будем умирать. А-а-а, темно. Оу, он стрельнул в пауков. Вы слышали это? Так. Все одновременно. Просто бежим. А вот лабиринт, кстати, который я вам говорил. Так, где? Вот он. Ребят, я сейчас замерзну. Надо будет вот. Туда еще сходить. Вот он. Весело. Это что, болото? Май гада, балбишим. Не останавливайся, не смотри по сторонам. Я фиг знает, беги куда-нибудь. А, ты еще без света, беги за мной. О, блин, 19%. А, как сделать новый факел? А! Нам нужен новый факел. Ой, ай, больно. Убили. Черт, я сейчас сам умру. Мне нужен новый факел. А, черт, я сделал. Скип, фак, тупик. Нет.
Черт! Най! Жека, не показывай больше нам таких вещей. Я сейчас тоже могу уже. О, нет. Скилл сейчас весело. Где тут выход? Это обманка. Его отпиговывают. Стоп. Нет. О, блин. Fuck you, Спилберг. Ребят, где здесь выход? Черт, я вышел куда-то. Вниз вам надо. Он куда-то вышел. Вниз вам надо. Подожди, скив куда-то вышел. О, я нашел дорогу, тут новое место, где мы не были. Жека, иди сюда. Да, смешно. Не, я могу, кстати, добежать, но у меня травы нет, чтобы сделать как. Ну, как? Иди сюда, я тебе хоть рез, ну, я не знаю, это смысла нет, наверное. Ну, пошли тогда на базу. Иди сюда, скив. Возвращайтесь. Я пошел на базу, короче. А где дорога, блин? Вот она. А я не так иду? Нет. Нет, иду так. Не-не. Подожди, где-то я тебя не вижу. Не, не туда, скиф, не туда. Не туда, тебе наоборот. Фак, все, понял. Ай, ой. Хотя, блин, нет, иди туда. Не, не пройдешь. Это обманка, да. Ты не пройдешь! Ты ушел, но... В нее влип и все, и меня. В кого в нее? Вот в эту обманку, такой, оп, нет. Да. Чпок. И все. Скиф бежит. Ужас. У меня печаль по голоду, так что давайте возвращаться. Пойдемте тогда на базе рестом. Блин, а как эти вещи забрать теперь? Это жесть было, да забейте уже, чё. Эпик. Это был эпик, да. Я опять мертв, шикарно. А чё ты за мной побежал? А чё я-то побежал? Я не знаю, чё вы вообще туда убежали. Я не знаю. Я думал, домой. Щупальца полезли со всех сторон, и я побежал. Он стар такой. Я за скивом зачем-то пошёл. Так я думал, он домой идет. Ребята. Да, домой. Ой, еще. Ты хотел проверить это болото, Жек, я думал, оно впереди. Я что, это лабиринт? Я не думал, ты слишком много идти. Думал. Нахрена туда идти было? Я вот не понимаю. Я там... О, теперь, по-моему, на большем расстоянии показывает, где вы. Вы, кстати, далеко я убежали, у меня маленькими такими иконками показывает, где вы. Жень, кролик. Я иду. Да, и когда я подхожу, приближается, такого же не было. Писец. И это. А, это был кролик. Это мод. Это писец. Ну что, ребят, надо это, не? Это жесть. Зачем тебе виноват? Заканчивать, ребят. Дай я поем. Да тересните меня кто-нибудь. О, Васисуали сдох. Сдох, да? А, ну. Конечно, бросили одного-то. Очень странно, что он умер. Он не справился. Странно, вообще прям странностью прям зашкаливает. Так, сейчас я гляну еще, как с чего мне там так, мечи ребят, делать. Теперь костер прошу вас, разведите, а то я... Ага, я два могу сделать. Костер! Так, а что печальных деревьев только одно? Я женщина. О, а где все злые деревья? Нету. Куда мы кто? А, стопы, я же... О, тут еще... А, я же их на постройку уже пустил, господи. На постройку чего? Вот этой. Ну вот этой фигни-то. Дерево рубить будем, что делать? А, надо. Я знаю, где оно есть, надо будет сходить. Ну пока что один меч я могу сделать. Ну, что-то нет. А, вот могу. Возьму-ка я огненный посох, а? А что тебе еще не хватает для второго меча? Вот дерево это. У меня два меча еще могу сделать. Могу вам по мечу сделать, надо? Да? Почему бы? Мне нужен. Мне же что-нибудь теплое. Ну, надо только этих деревьев найти так, и пора, сделаем. Пора. Кому Честера? Зачем мне Честер? Не, Виталий. Зачем он мне? Так, чисто поржать. Шикарно. Это жесть было, да. Я заканчиваю. Давай заканчивай. А, кстати, да. Виталий, я кое-что все-таки забрал. Что ты забрал? О. Офигенно! Это валялось рядом просто, первая, она первая умерла. А, чё я лечил? Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Простите, что я еще раз умер, а то я знаю вас, бомбить будете. Я уверен в этом. Так что всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем пока, удачи. Подписывайтесь на каналы Скива, Жеки и мой Бугага. Да. Пока всем. Я просто махаю. Уснул. Да, мне в экран. Шикарно. Да. Ладно, всем пока, удачи. Пока-пока.